парке Эверглейдс неспокойно. Местная полиция пытается освободить территорию, занятую преступной группировкой. Эксклюзивные подробности на Sky 5 News. Ну что ж, всем привет, с вами Рязан и Wizard Kir. Всем привет. И мы продолжаем играть в Battlefield Hardline. Наконец-то я играю в нормальную игру, а не в какого-нибудь там купателя онлайн. Смотрел я там записал? Да-да-да. Фух, действительно, я так счастлив видеть какие-то там квадратики. Вот, действительно, нормальную игру. И просто буду сидеть и наслаждаться. О, да. Кайф. В общем, ждем, пока загрузится карта. А вот уже загрузилась. У тебя как там вообще? Нормально? У меня загрузилась. А, ну все. Начинаем катать. Давайте мы тут на хардкорном серваке играем. Режим всем знакомый. Так, надо где-то тачку взять. Вот эту вот возьмем. Погнали, Wizard. Я на катере. Давай, давай. А что, там нельзя ехать по земле на нем? Да давай, нет, давай в тачку. Давай, все. Ты внутри, да? Здесь нельзя сделать от третьего лица на хардкоре. Давай, прикрывай, мы на Е едем. Захватим вот этот вот городочек. Давай здесь выйдем, наверное. Жилой район. Все, я думаю, надо где-то заныкаться нам. Здесь снайперов, наверное, будет просто тьма. О, кстати, у нас оружие, по-моему, одинаковое или нет? А, вот, ты же инженера. Ну, я тоже такой коротенький ствол. Так, погнали в нашу тачку. Я вот думаю, наверное, на А поедем. У нас дымится. Да нет, нормально все. Хотя что-то ни хрена не нормально, может починишь? У меня горелки с собой нету. А, хреново, ну ладно. Так, что-то я куда-то не туда приехал, да? Да. Тут везде вода. Мне сейчас не нравится, что у нас тачка действительно дымится. Давайте здесь сократим. Так, а наш захватили, давай тогда на С. Бля, из этого дыма ни черта не вижу. О, там огонь был. Походу я еду туда, куда надо. Давай здесь выйдем, уже опасно. Теперь здесь. Ты рулишь. Так. Тут вертолет грохнулся и исчез. Нужно, наверное, респанулся. По болотам тут лазим в этом говне. О, отлично, парк. О, это наш. Будь осторожен, Wizard, здесь Friendly Fire стоит. Поэтому надо смотреть, куда стреляешь. Так, дополнительные магазины, бонус. Внимание, подозреваемые завладели территорией. Опа, кто-то здесь есть. Вижу его. Так, да, снайпер. Твою мать! Он стреляли, да? Да, я его покоцал. 25% у него. Добей его нафиг. Чуть-чуть не хватило, чтоб я его убил. Все, все, все. Ныкайся, живи, сейчас я на тебе появлюсь. Эй, вот тебе хилочка. Добил его без Спасибо. Проблем. Да. А, ну все. Так, как думаешь, еще здесь кто-то есть? Да, есть. Да, спаривай, Саш. Осторожненько. Там где-то снайпер сидел еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Коктейли ко мне. Так, ты смотри этот проход, я другой. У тебя так спина торчит без палева из стены. Вообще, это норма, это норма. Опа, к нам на вертолетике кто-то прилетел. По мне вообще свой пальнул. Одного я убил. Я вышел из трейлера. Да я видел, да. Ах ты, сука. Работает, он работает. Он в этом лежит, в желтом контейнере. Снайпер. Так, спокойно, спокойно. Сидим. Я пока сижу здесь, ныкаюсь. Эх, не успел поднять пацана, но опасно было, ребят. Так, еще приехали на тачке. Да они охренели. Мочи его, мочи нахер.
Убил? Нет, меня убили. Эх ты. Чё ж ты так? Ну ладно. Подвёл. Бывает. Так, это где у нас замес был на Сэш, да? Да. Давай туда, потому что они там еще есть. Давай, отреснулся уже. Да, я на С появился. Ща этот, можно сказать, танк пригоним. Танк? Ну, тут есть спасательный броневик такой. А на нем пулемет есть какие? Вот именно, что на нем есть пулемет. О, ну давай на нем гони, если есть. Ко мне подъедешь, я сяду. А я тут пока бегаюсь, осматриваюсь. Так, где-то они там бегают, уроды. Ага, видел одного, проскочил. Но они были очень далеко, ребят. Ох. Так, мы идем на Д, в общем. Ща будем... Ну, я подъезжаю к Д. Сейчас будем захватывать Дэшечку. Так, у меня нос чешется, извиняюсь. Ах. О, фига себе, ну-ка подъедь. Вот это тачка. Тут и ты можешь пулеметом управлять, и я как бы. Во. Подожди, я кого-то видел. Он вот там где-то, да. Ну-ка подъедь-то, вот, вот сюда. Здесь кто-то еще есть. Все убит. Поехали на С. Сейчас ты развернулся. Музяка качает. Под такой музончик и замес. Ага. Что-то противники наши слабенькие совсем. Они точки хотя бы захватывать будут. О, Б, поехали на Б. А, слушай, здесь кто-то есть. Погодь. А, вертолет над нами. Гасим. Надо проехать чуть-чуть ток. У нас пожар. Да. Горим, горим. А, я не успел выйти, забей. Ну что за пожар? У меня так, вроде ничего не горело. Другую экипировку надеть, чтобы у меня был этот... Ремонтный комплект. Да, именно. Так, я на С появляюсь. И давай ты тоже, потому что я один там не справлюсь. Я вот на С сижу. Все равно их тут слишком много захватывают. Так они на вертолете захватывают. Ай, с пулеметом! Боже, чуть. Спрячься, прячься. Чуть не сдох. Я боюсь так, даже. Я захожу. Я боюсь к аптечке подойти даже. Все, хилимся. Вот сейчас поближе скину. О, нормально, живем. Так, этот вертолет, я не знаю, чем его сбить, мне нечем. Они знают, где мы. Погоди, у меня есть этот гранатомет. Давай. Пускай поближе так, подлетит. Да, пускай. Вот над нами. У них транспортный вертолет. Нет, ты так не попадешь, далеко. Эй, транспортный вертолет. Пытаюсь попасть по нему, но не получается. Надо поближе подойти, пойдем. Перебегаем сюда. Оп, давай. Так, выведено из строя. А, он так, падает. Снайпер. Где? А, все, я его убил. Один из них так, готов. Спокойно, сейчас я подниму. Давай. Все, ты фуловый. Где вертолет-то их упал? Вон, на этом, на грузовике втором. Он упал на домик. А, на домик даже. Сейчас взорвется. Давай, взрывайся. Не будешь? Он просто исчез. Опа. Спокойно, все нормально. Когда вдвоем играем, вообще найс. Держи, хилься. Короче, все, давай вот на этом катере сейчас покатаемся. О, да. Так, что-то у него управление какое-то странное. А, он застрял. Давай! Может, потолкнешь? А, вот. Нормально. Так, ну и куда мы тут можем вообще на катере на этом приплыть? Ну мы С можем как бы на нем отбивать. Да ну, он какой-то бестолковый. Да, поехали на... пешком на Д, поехали, пошли. Ну реально, тут на этой карте особо не поплаваешь. Опа, на тачке, пацаны. Смотри, исполняют.
Еще один в тачке. Снайпер. Я ему же зажигательную кину. Давай. Все, убил его. Так, быстрая готовность, улучшенное лечение. Во, вот это мы выберем. Погнали на Д, на их тачке. Отжали. Отжали на марочку. Типа приехали. Оп-оп-оп. А вертолет летит. Да-да-да. Сейчас мы их попробуем взять. Да стреляй по ним, они так разобьются. Блин, у меня пули кончились. О, упали. Ловите зажигательную. Зажигательную. Ну там наш этот броневик ездит. А, ну все, он тут их всех вынес. Боже, просто свинец и огонь. У нас сегодня в выпуске. Нормально, изи каточка, смотрите, как их раскатываем. Всегда бы так. Так. Что, мы точку не дозахватили. Да опа. Не, вроде нормально все. Снова снайпер. А, вижу его. Ой, он рядом со мной стрельнул. Вижу одного на стоянке прицепов. Черт, у меня кончились убейте, пули. Придурка. У меня есть выбор, либо убить кого-то, либо... У тебя же пистолет есть. Ну да. И забрать оружие. Ах ты, сука, есть. Красавчик. Готов. Так, тут еще один был, полюбас. Так, я, наверное, снайперку его заберу. А, у него УЗИшка. И снайперская винтовка. Я вообще, со снайперками в ATG вообще не бегал. Да дэш, а чё она мигает постоянно, не понимаю. Вроде захвачено. Может, она больше человек? Нет, здесь никого нет. Это, короче, баг, наверное. Давай тогда на С поехали. Не, я знаешь, куда хочу? На крышу, наверное, залезу, если здесь можно. Ой, так, там опять вертолет. Да? Да. О, найс. Сейчас мы его с РПГ-7. Вот он. Бамс, вынес. О, у меня тоже патроны кончились. Сегодня никто не выживет после нас. А, тут, по-моему, можно брать что-то, да? А, если там есть. Ой, блин. Ай. Ты чё? Кто это? Это наш, что ли? Нет, это враг. А почему мне было показано, что наш убил? Ну ладно, сейчас я появлюсь. А, тебя тоже грохнули. Как-то прям это давай произошло странно. Броневик. Броневик. Да нет, далеко. Я давай на вертике полетаю, что мы вообще поуправляю хоть. Давай на. Ну а, давай, сейчас я там высаживаться буду. Думаю, вот так вот высадимся в эпичном стиле. Где эти сучки? А, все, ты их вынесешь, что ли? Ну, видимо. О, вообще изи. Глядите, какой вертолет, какой красавец. Ай, давай, взлетай. Ой, твою мать. Не получилось. Я его утопил. Теперь я могу на нем сверху так стоять. Эпично. Ага. Слушай, а реально можно вот сюда даже залезть? Ну-ка, найти. Блин, сейчас. На меня запрыгни. А, я уже, наверное, не успею. Сейчас, подожди. Как же тебе на тачку залезть-то? Ай, мы не успели. Ну да ладно. Сейчас посмотрим, ребята, какая будет следующая карта. Даунтаун, это, по-моему, в городе ж. А мы на ней уже миллион раз играли. Пара-па-пара-пам. А, опять эта же карта. Эверглейдс, захват большой. А мы, наверное, за этих будем. За другую команду, да. Ну, что-то здесь все повыходили. В общем, ребята, изи-каточка. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки.
подписывайтесь и внизу комментарии. Любите, играйте в игры. Увидимся в следующих выпусках по Battlefield Hardline. Всем пока!